Число погибших в результате наводнений на востоке Южноафриканской республики приблизилось к 400. С начала недели на один из крупнейших городов страны, Дурбан и близлежащие районы, обрушились мощные ливни. Уровень осадков достиг рекордных 300 мм на квадратный метр. Проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни. Из-за стихийного бедствия регион вынуждены были покинуть порядка 41 000 человек.